хотела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тиль, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я хочу...
Вперед, плотва! Очередной приблуда из тебе. Младший говорит, ты ему больше. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин младший не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь... На помощь! Ты чё орёшь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти. Не вмешивайся, седой! Не твое это дело! Вон отсюда жила. Слушай, ты, может, у тебя и два меча? Только нас-то четверо. Ну да, четверо собирают оброк с несчастной прачки. Мне бояться нечего. Я бы не был так уверен. В крови. Все! Столько работы и впустую! Можешь меня не благодарить. Правда. Прости. Не пойми меня неправильно. Я благодарна, но все, что было, все пропало. Ладно тебе. Отстирается. Конечно, отстирается. Надо все в белом уксусе замочить. Да не в этом дело. Младший мне не простит. Или я сама сверну лавочку, или мне ее по ветру развеют. Прости, я не думал, что все так серьезно. Такая у женская доля. Мужчины развлекаются, а мы разгребаем последствия. Ну да ладно. Перееду в Оксенфорд. И профессорам надо стирать кальсоны. Не знаю, помнишь ли ты меня, но мы уже встречались. Нет. А, погоди. Узнаю. Ты тот ведьмак, в которого я почти попала цветочным горшком, когда, ну... Когда выпроваживала Лютика через балкон. Я здесь как раз по его поводу. Ты не знаешь, куда он делся? Верно, шляется где-то фазан хрипатый. Проходимец лживый. Ого! Чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это. Вышвырнула я его с разбитой мордой. Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Ну, как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю. Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме, а я не к месту осерчала. А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да. Скорее, из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю тебе, артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает.
продался, предатель. Холоп Нильфгарда. Пошла. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. О! Ух уж эти люди! Смотри! Позор! Не помню, бандиты Бобрезки с оружием никогда посреди не улицы ходят. Ходят. Только с напарником. Люди, пожалейте. Страдаю. Теперь помедленней. Пошла. Тебе чего? Эй, ты! Видел тут где-нибудь тёлочек? Что нам принесет родовик? Прости, я ищу Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. Прости, но я не могу ждать. Речь идет о Лютике. Меня зовут Геральт, и я... Геральт? Я знаю, кто ты. Хорошо, если ты так хочешь принять участие в уроке, пожалуйста. Дорогие дети, у крысолова, к сожалению, лихорадка, поэтому сегодня мы пригласили ведьмака, который расскажет нам о своей профессии. Я... Да! Здорово! Надеюсь, ты их не разочаруешь. Ну, кто хочет задать первый вопрос? Я! А что значит, что все ведьмаки похотливые? Вы не должны слушать всего, что люди говорят, а... Это значит, что они хотят пораньше лечь спать. Поэтому мама хотела уложить того ведьмака в кровать. Дети, что это такое? Следующий вопрос. А правда, что ведьмаки убивают королей? Иногда, если человек проклят и превратился в чудовище, ведьмаку приходится его убить, даже если это король. Значит, король Фольтест был чудовищем. А как отрезают голову? А ты нам покажешь, как отрезать голову? А можно попробовать эликсиры? На сегодня хватит. Собирайте вещи, увидимся завтра утром. Да! Попрощайтесь с мастером Геральтом. Здорово, что ты зашел. Да ну, вот если бы крысолов... Ну так что, с чем ты пришел? Здорово ты меня подставила. Я бы предпочел иметь дело со стаей накеров, чем с классом девятилеток. Крысолов не возражал. А, ну да. Что с ним случилось-то? Он умер. Похоже, бубонная чума. Я не хотела расстраивать детей. Ну, ты пришел поговорить о Лютике. Я знаю, что ты недавно виделась с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Нет, мы смотрели «Атлас грибов». Хм. Может, ладно, даже гадать не буду, что взбрело ему в голову. Его интересовала плесень. Когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом,
Я поняла, что у наших отношений будущего нет. Я нашел у Лютика стихотворение о тебе, и из него следует, что ты необычайно талантлива. Да? Он писал о моих стихах? Меня всегда вдохновляли кони. Я мечтаю воспевать красоту этих благородных животных. Ты видел у Лютика мои строки? Это только наброски, но мне интересно, что ты о них думаешь? Нет, не видел. Хей, бич развернула крутой узловатый свист! Хлопнул бич и натянуты вожжи. Конь был танцором меж бедер ее. Встал на дыбы и заржал в мелкой дрожи. К сожалению, я не разбираюсь в поэзии. А ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс. Потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила, нет так нет. Спасибо за помощь. До свидания. Это больно. Мама говорит, что все это все равно, что никто. Погода без мальчика и все тут. Давай, плотва. Шевелись, плотва! Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота. Госпожа не знает, с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я горничный ее, к Молли. Не морочь голову. Баронесса как раз выезжает. Сойди с дороги. Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность. Приветствую, баронесса. Приветствую, генерал. Ты права, это не случайность. Тебя не узнать невозможно. Но, чтобы воздать должное этикету, Мария Луиза Лавалет. Генерал императорской армии, знаком с ведьмаком? Удивительно. Да, у нас был случай поговорить, когда император вызывал меня в Вызиму. Ты навлек на себя гнев Варам Рейса? Нет, тогда тебя давно не было бы в живых. Значит, вас объединяют какие-то общие дела. Ну, не буду расспрашивать тебя на улице. Воспользуешься моим гостеприимством и расскажешь, что тебя привело? Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Это моя горничная. Сейчас она у моей подруги, Патриции Вигельбут. Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках? Что ты об этом думаешь, ведьмак? Не желаешь ли принять участие в великосветских забавах? Что ж, если Молли будет там,
Тогда в путь. Мы на месте. У моего отца было похожее имение в Бругге. Я ездила туда в детстве. Идем посмотрим лошадей. Ты любишь лошадей, Геральт? Наверное. Всех своих кобыл я зову Платва. Вон та серая Кантарелла. Дочь Кагыра, чемпиона из Воли. Серый хороший цвет. Для коней тоже. Мой фаворит... Вороной, Немрод, чистых кровей Нильфгардец. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. А эти рыжий гнедой? Рыжий — это Гром, чистокровный реданец. Отважный, но, пожалуй, слишком норовистый. С ним сложновато управляться. А тот гнедой родом из Зерикани. Его недавно купил лорд Девольт. Я мало о нем знаю. Но вообще, зериканские кони очень выносливы. Так Молли тоже лошадь? Прости. В конце концов, я здесь из-за нее. Я велела Молли присоединиться к нам, как только она управится с делами. Думаю, она скоро будет. Зависит от того, что ты приказала ей делать, госпожа. Впрочем, выбора нет. Я подожду. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Разбирается — это слабо сказано. Он настоящий знаток. Кони куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак? По большей части стараюсь не парить. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице Нильфгарда. Отличная дубленая кожа. Почему нет? Посмотрим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Хорошо сказано. Какого коня выберешь, ведьмак? Я слыхал когда-то о зериканских конях. Поеду на гнедом. Я с тобой состязаться не буду. Лучше поставлю на победителя. По-моему, выиграет Немрод. Тогда я сяду на Кантареллу. В таком случае зачем медлить? Начинаем! Какой нокаут! Прекрасная победа! Благодарю. Для человека, у которого любую лошадь зовут Платва, ты отлично держишься в седле. Поздравляю!
Это твое. А теперь не мог бы я поговорить с твоей горничной, госпожа? Ах, да, Молли. Ты же за ней приехал. Молли, вон та статная девушка. Поговори с ней, а затем, если захочешь, мы подвезем тебя в Новиград. Хватит с меня. Очередной приблуда из Тимери. Надеюсь, встретимся мы не скоро. Я Молли. Кажется, ты хотел меня видеть, сударь. Зови меня Геральт. Геральт? Тот самый Геральт, которого Лютик вытаскивал из стольких передряг? О да, если бы не он, меня бы тут не было. Он рассказывал мне о ваших приключениях. Как он воодушевлял тебя песней на бой, как отвлекал Кейрона игрой на люфе. Я говорю буквально. Если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о нем. Ты не знаешь, куда он подевался? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик — лентяй и пустозвон. Ты представляешь? А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носит и вообще. А эти ее свертки, она была с дороги? Может, она была трубадуршей? Да-да. Теперь припоминаю. Она возвращалась с гастроли из Ковера. Какая все-таки талантливая семья. Необычайно. И главное, любящая. Ты как знал. Лютик даже стих для нее написал. Для моей... Цыраночки. Или, ну, что-то вроде того. Вот бы у меня был такой брат. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаймы денег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал, что будет клубника. Такое вино с пузырьками. И что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков. Но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает. Всем, кому только сможет. Как здорово! Спасибо. И удачи в поисках. О, Геральт! Вернемся вместе? С удовольствием. До Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Это верно. Ну, поехали.
Вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. Сегодня утром моя Грета принесла вести с рынка. Будто в одном доме что-то людей убивает. Твоя Грета привратник, как пьяный трубаду. Она в серьезных делах никогда не врет. Она слышала от лавы. Изуродовал. Лавочник тоже не источник света. Но! Чтоб его отрезать слушали, башку королю. Вот и рассказывает самые правдивые истории. Ну, все. Мое почтение, сударь, ножи, бритвы, все наиострейшее, едва поточил. Мне бы подстричься. Как думаешь, справишься? Бывай. Смотри! Дела, Пуся. Скучала по золотому старушка. Что же, даже воды не выпила. Ну, цыц. Повторяй, добрый крекер, добрый. Ну вот и ты, наконец, познакомился с моей Пусей. Она вот-вот заговорит. Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя?
А, купил на распродаже вещей какого-то чародея. Охотники за колдуньями вместе с вечным огнем устроили на него засаду и выкурили бедняк. А барахло его выставили на продажу. Я там как раз проходил и увидал клетку с совой. Ну да, не смог устоять. Ясное дело, не смог. Только Лютик сейчас важнее. Ты узнал что-нибудь? Сначала расскажи, что у тебя. Пара синяков, порванная куртка. А так ничего особенного. Я ни у одной не задержался. Видели его давно. Узнал только несколько лютиковых штучек для соблазнения баб. Все какие-то сомнительные. Ну, рассказывай. Я весь внимание. Знаешь, как он соблазнял студентку факультета естественной истории? Расспрашивал ее об обычаях троллей. А куда водил кухарку из Страстоцвета? На тракт Новиград Оксенфурт, который как раз ремонтирует. Он часами смотрел, как дробят камни для новой мостовой. И еще втирал ей, как это романтично. Я-то в людских бабах не разбираюсь, но такой бы и Краснолюдский наскучило. Стареет у нас поэт. Ой, стареет. Может и так. Или он все делал с умыслом. Ты говоришь так, будто что-то разузнал. Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. Кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера. Кажется, трубодушие. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. Ясно. Это Присцилла. Кто же еще? Почему ее не было в списке? Понимаешь, с этой Присциллой совсем другое дело. Лютик ей вроде как обольщался. Он влюбляется в каждую вторую. Как бы тебе объяснить, кого Лютик любит больше всех? Себя. Ну вот, а она точное его отражение. Лютик влюбился. Тю, эта девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с труппой Ринары Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в Зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Усю надо покормить. Золтан? Да! Похоже, теперь и в Новиграде неспокойно. Что тебя здесь держит? Я хотел раскрутить собственное дело. Только ничего из этого не вышло. Залез в долги, теперь вот приходится выплачивать. Хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую, но во всем виновата исключительно моя собственная глупость. Да не хочу я это размусолить. Новиград встретил меня пылающими кострами. Сожгли Фелицию Кори, чародейку. Но такие толпы собрались не из-за нее. Вторым казнили Доплера, который прикидывался Лешарелем, начальником храмовой стражи. А Минги его разоблачил, сжег на рыночной площади и сам занял эту должность. Я познакомился с этим Доплером сразу после того, как он стал изображать Лешареля. Поэтому не слишком удивлялся, что Вечный Огонь так терпим к выродкам и дружелюбен к чародеям. Как видишь, все это закончилось. И чародеи, которые искали в городе убежища, теперь оказались в ловушке. Партию в Гвинт? Никогда не откажусь. Ну тогда давай играть.
Кажется, я выиграл. Что до хера удивительно. Колода-то у тебя любительская. На, вот возьми карту. Пригодится. Тебе не помешает подправить колоду, чтобы мне за тебя стыдно не было. Попробуй потрясти дружка твоего, Роше. Он говорил, у него хорошие карты. Чем-то воняет. Правда, что ты когда-то королев с нашим командиром? Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем встали? Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скайетаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скайетаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще?
Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт, бить черных. Вступил во вторую темерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы и держали 3 дня, а потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но Родовид оказался ничем не лучше Ингыра. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Ты играешь в Гвинт, Рошель? Да, только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Удачи. Мне надо было внимательней. Один неверный шаг и хер это. Партию в Гви. С удовольствием. Удачи. Тут бывал и там. Вот ты мне скажи. У них в Новиграде правда такая мода, чтоб мандуй. Thank you.
Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Старина Ламберт – картежник? Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Умелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. И меня достал Седой. Один неверный шаг, и хер оторвут. Мы кровью заплатим за свободную темель. Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Oh!